сегодня твоего театра. И в первую очередь я хотела вас поблагодарить за то, что вы пришли к нам, в художественную галерею «Мольберт». И я также хочу поблагодарить художников, участников экспозиции, потому что они подарили нам совершенно настоящий и замечательный праздник. Галерея «Мольберт» традиционно является площадкой для встреч представителей людей творческой среды. И сегодня мы находимся с вами в совершенно праздничной атмосфере, в атмосфере театральной. Мы видим танец Маргариты балета Фауста, мы видим замечательные портреты известных балерин, и мы слышим музыку, музыка, которая звучит здесь, в картинах. Мы как бы спрятались и наблюдаем с вами, как там балерины, как проходят их репетиции. И мы узнаем крепкую руку мастера Василия Братоника. Я хотела поблагодарить Василия за то, что он нам помог сегодня организовать этот замечательный праздник, посвященный Всемирному дню театра. Также мы с вами слышим музыку Чайковского и видим декорации Шемякина, Анастасии Вострецовой, кстати, ученицы Василия Братоника. И мы также с вами видим комедию Дель'Арте Ольги Суворовой. Мы можем даже увидеть дворик, это двор, который мы с вами здесь находимся, двор капеллы Павла Исхова. И много-много другое, очень интересно. Это очень здорово, что мы сегодня с вами здесь, в такой театральной атмосфере. Я хочу вас еще раз поблагодарить и пожелать вам доброго вечера. Я хочу, чтобы этот день остался в светлом памяти. Я хочу вам пожелать приятного общения. Я потом приглашаю вас к фуршету легкому, а сейчас я хотела передать слово куратору выставки Надежде Ворониной. Потом дали у нас в программе Николай Георгиевич Личко исполнить песню. И большие извинения к вам, потому что у нас произошла техническая заминка, да, и поэтому вот у нас так немножечко сегодня все происходит без музыки. Но Николай Георгиевич споет так, потом также Александр споет песни. И Елизавета прочитает стихи, посвященные Василию. Спасибо вам, доброго вечера. Спасибо за внимание. И хочу от всей души поздравить вас с этим праздником, который на самом деле еще, может быть, только входит в наш обиход, и мы надеемся, что вот таким мероприятием сегодняшним он действительно запомнится для вас и также войдет в, может быть, в такую копилку личных любимых вами событий и мероприятий. Ну а мы со своей стороны, я думаю, галерея «Мольберт» также, я думаю, продолжим эту прекрасную традицию и будем видеть и рады видеть вас и в будущем на наших мероприятиях. Мне, можно сказать, выпала честь руководить этой выставкой с точки зрения отбора художественных произведений, с точки зрения компоновки экспозиции. И для меня это была одновременно очень приятная и непростая задача, потому что, ну, Лена уже представила у многих художников, на самом деле в этой экспозиции сочетаются очень разные мастера, которые все объединены нашей школой, нашей любимой академией художеств, нашими разными мастерскими, и поэтому так по-разному. Театральная тема, тема творческая, трактуется в их искусстве. Ну, сзади меня работы Василия Братоника, которую Лена уже представила. И действительно, это удивительный мир, который нам приоткрывается. Многие из нас воспринимают балет из зала, мы воспринимаем балет, глядя на сцену, и это всегда очень высокое для нас искусство, одухотворенное, которое выглядит очень легким. И далеко не все, наверное, могут представить, какой титанический труд лежит в основе этого легкого, изящного танца, невесомого. И через этот труд достигается особая легкость. И Василий как бы приоткрывает нам немножко, скажем, двери в этот загадочный мир. Эстетика балетного класса, репетиционного – это всегда тайна, это всегда некая мистерия. И это, на самом деле, может быть, самые подлинные чувства, самое подлинное состояние танцовщицы, которое открывается через его полотна для нас. Но также представлены работы и такие торжественные, парадные, театральные, когда действие происходит на сцене, и когда и максимальное усилие прилагается танцовщице, и максимальная внутренняя отдача. И мне кажется, необычайно тонко уловлен этот внутренний мир балерины, богатый мир и мир, наполненный сложностями, которые часто, к сожалению, перекликаются и с нелегкой судьбой танцовщиц.
Помимо работы Василия Брутнюка, хочется обратить внимание на работу Анастасии Вострецовой, которая является его ученицей и продолжает по-своему и достаточно ярко индивидуально эту традицию. По-другому работает с колоритом, обращаясь к технике пастели. И в то же время и других художников, которые тему творчества, тему театра трактуют совершенно необыкновенным образом. Это и нефигуративная живопись. Есть и у нас работы Бориса Аникина, знаменитого ленинградского иллюстратора. Многие из нас имеют дома книги с его иллюстрациями, которые всем знакомы, и вы даже можете узнать их по манере, я думаю. Это удивительный мир полотен Ольги Суворовой, которая приближается к сюрреализму в своих вещах, фантазийный мир, удивительно яркий, красочный, который в то же время выглядит необычайно гармонично. Она сочетает в своих работах сложную технику, она добавляет шок, она синтезирует таким образом виды искусства. Вообще это тенденция синтеза искусств. Можно сказать, что и в галерее в некотором смысле синтез искусств происходит. У нас происходят театральные вечера, танцы. Сегодня вы услышите выступления артистов, они будут для вас петь, и вы услышите прекрасные стихи. И этот синтез, он, конечно, такой некой линии проходит через и творческую деятельность галереи, что очень приятно. А возвращаясь к творчеству Ольги Суворовой, очень, конечно, ее любят за рубежом. И подчеркивают, что ее творчество соткано из разных тенденций, знаете, очень любят улавливать какие-то одновременные связи, например, с искусством конца 19-го, начала 20 века, и одновременно даже с русским народным творчеством, с техникой пэтчворк, когда вот это лоскутное одеяло, да, как мы говорим, они действительно замечательные. Также здесь есть художники, все они академические, все они из Академии художеств, такие как Павел Лисков. Павел Лисков регулярно вставляется в галерею «Мольберт», и его такая этюдная, свежая живопись, она для нас, может быть, продолжает в некотором смысле традицию импрессионистов. Он, например, запечатлел дворик капеллы, где как раз во дворах капеллы находится галерея. В некотором смысле у нас тут получается картина в картине. И обращаю внимание на такие случайные вещи, которые, на первый взгляд, большого значения, может, и не имеют, но на самом деле из этих мелочей состоит и вся жизнь, как скрипки в открытых футлярах, такие какие-то вот мгновения. Это, в принципе, эстетическая программа, которая была свойственна и импрессионистам в свое время. Другие художницы, Надежда Стрельцова и Юлия Косцова, которую вы тоже можете здесь видеть, также Елена Кашникова и Александра Соколова, очень своеобразно, каждая по-особенному трактует этот мир, обращаясь иногда к тематике кабаре, что созвучно и французским постимпрессионистам, и к миру балерин в таком, может быть, более обобщенном, унифицированном восприятии их образов. Так что я хочу вас поблагодарить, что вы к нам сегодня пришли. Приглашаю после вот нашей такой вступительной части более пристальное внимание уделить экспозиции. Я думаю, что каждая работа здесь, она заслуживает какого-то внутреннего такого спокойного подхода, не торопясь, можно рассмотреть, что-то спросить. Мы будем очень рады вам помочь, что-то рассказать. В галерее есть также биографические данные о художниках. И, конечно, я думаю, что для вас, для всех, так же, как и для меня, нахождение в этой экспозиции – большое удовольствие. Приятного вечера, и мы приглашаем сейчас вас прослушать выступление наших уважаемых артистов. Спасибо. Yeah.
не матушки. Нет, не батюшки, только есть, да есть одна зазнобушка, да. Радостно
всего понесло прибыло на мозг. Каждому из внутри нас.
Я лично представляю ряд очень таких дорогих работ. Вот, хотел бы сказать вот о картине, вот, которая была написана в 95 году. Это Галина Сергеевна Ланова, которая такой наполненностью чувств находила какие-то вот эти минуты какого-то духотворенного такого образа, и да, какая-то ее, знаете, вот собранность духовности, той, которая так нас сопровождает и поныне. Она как-то минуты говорила: ищите образ, наблюдайте, присматривайтесь, ведь балет, танец — это минутное, ведь все минутное становится вечным. Хотелось бы припомнить какие-то вот дорогие мне моменты, которые очень благодарен артистам театра академического Бориса Эйхмана. Тонок и красив образ Натальи Поворознюк, которая так добра, внимательно вот, находила час, чтобы помочь созданию нескольких ряд картин. Хотел бы сказать Елене Кузьминой, которая, наверное, вот тех слов не подобрать к ее танцу. Ирина Голуб, которая очень таинственно, не совсем доступна, и так как-то было непросто что-либо найти, но какие-то минуты она смогла уделить. Ведь у нас весь репертуар Мариинского театра задействован. Здесь я бы хотел сказать о Брилёва, это юная молодая танцовщица, которая которые она задействована, они очень были дороги. Здесь писался момент, когда она выпускница. Здесь Анастасия Галегова целую серию работ дала сделать этой такой изысканной. Я даже не знаю, как много она сделала и в театре, и в жизни, и так скромно, деликатно всегда находит время, чтобы что-то по ним можно было бы сделать. Я хотел бы сказать особые слова благодарности Ирине Тарин, которая прима-балерина Михайловского театра, весь репертуар она танцует. Уникально, красиво и найдено, я бы даже сказал, эта девушка с другой планеты, ту, я бы сказал, планету, где более другая жизнь, более высокого понимания, это Анастасия Шелепанова. И мы чувствуем оставшуюся в пути плоту и понимаем то прекрасное, которое передано в этом произведении. Интересен повторенный образ Финко Полины. Я в целом много мог бы рассказывать. Я хотел бы искренне поблагодарить за встречу дорогих мне друзей, гостей, артистов балета, художников. И еще раз искренняя благодарность этой милой галерее. Спасибо вам за встречу. Я вас всех приглашаю в фуршету, и мы продолжим отдельный диалог. Спасибо вам. 27 лет была хранителем экспозиции Русского музея. Работала гораздо больше. Но дело не в этом. Значит, на выставке Василия Ивановича я была первый раз в ЦПКО. Вот. И с тех пор как-то слежу за его работами. Он выставлялся, его работы вывозили художники-передвижники. Возили, да? На корабле до самой Астрахани. И вообще по стране или за рубеж они ездят.
выступает у Аргинальда с нами с группой «Ступени». Вот. Мы очень любим вас, благодарны вам за участие в наших выставках. И желаю от всего сердца и здоровья, и самых больших успехов, какие только могут в жизни быть. Всего доброго. Спасибо. Доброго вечера.